Челнинцев учили своими руками создавать эксклюзивные украшения и игрушки. И у них даже получались настоящие шедевры. Весь минувший уикенд в Большом зале картинной галереи сразу 20 умельцев из творческого объединения «Город мастеров» в рамках проекта «Handmade Bazaar» делились с посетителями своими секретами изготовления уникальных вещей. На ярмарке мастеров представлены работы абсолютно разных техник исполнения. Например, украшения ручной работы, фигуры из шоколада или даже вот такие причудливые маски. Кому-то из посетителей посчастливилось попасть на мастер-класс плетения браслетов из бисера и изготовления фантастических цветов из такого материала, как фуамиран. Это листы вспененной резины, их еще называют искусственной замшей. У нас нарцисс всегда наклонен, поэтому вместо соединения белого и зеленого мы пальчик подставляем и немножко сгибаем. Вот так у нас всегда, да, нарциссы? Несмотря на кажущуюся легкость сборки, у новичков, посетителей мастер-класса, на изготовление одного цветка уходило до 2 часов кропотливой работы. Самое сложное было это как, ну, все вот эту серединку сделать, потому что там надо было и подкручивать, и раскрашивать. Сама передача знаний и навыков проходила бесплатно. На данных мастер-классах ученики оплачивали лишь расходные материалы. Кроме того, желающие могли приобрести понравившиеся работы опытных авторов. Здесь же, в Большом зале картинной галереи, работала выставка-продажа. Мы купили сережки, ручную работу. Мне нравятся бижутерии такие. И как мимо пройти не могу, поэтому покупаю. Тем более, это ручная работа. Она, как сказать, все равно ценится. С душой же сделана работа. Кроме того, любой желающий мог прийти просто полюбоваться на необычные изделия из шерсти различных видов ткани, камня, кожи и дерева. За вход денег с посетителей не брали. Аналогичные акции группа мастеров намерена проводить и дальше. Ближайшие будут в торговом квартале 3 и 4 марта. А в предпраздничные выходные с 5 по 7 марта состоится 3-дневный марафон в торговом центре «Омега». Ольга Шапкина, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.